Вчера умерла народная актриса России Нина Русланова. Актрисе было 75 лет. До своего дня рождения Нина Ивановна не дожила всего 2 недели. Незадолго до смерти, 11 ноября, Русланова была госпитализирована с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. У актрисы подтвердили коронавирус. Также ей диагностировали дыхательную недостаточность первой и второй степени. Тем не менее, несмотря на болезнь, Русланова отказывалась ехать в больницу. После госпитализации медикам не удалось спасти народную артистку, и она умерла. Прощание с народной артисткой Ниной Руслановой состоится 24 ноября. Траурная церемония назначена на 11 утра в Московском доме кино. Похоронят Русланову на Троекуровском кладбище. Почтить память актрисы соберутся ее семья, близкие, коллеги и горячо преданные ее таланту поклонники.